Здравствуйте, военнослужащие войсковой части 42-713. Основной митинг 9 мая состоялся в Буе на Аллее Победы. Буевляне собрались в этом почитаемом всеми месте, чтобы почтить память не вернувшихся с войны земляков, тех ветеранов, кого уже нет с нами, и после отдания всех почестей посвятить самому главному празднику нашей страны – свое творчество. К жителям и гостям города обратился глава Игорь Ральников и члены президиума на празднике. Чтим героизм и беспримерное мужество советского солдата, который отстоял наше свободное небо и спас Европу от коричневой чумы фашизма. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. И сегодня мы говорим огромное спасибо всем тем, кто своим беспримерным воинским и ратным подвигом подарил нам эту победу. День Победы – это праздник со слезами на глазах. И сегодня долг наш и всех последующих поколений россиян бережно хранить память о тех, кто не дожил до победного мая 1945 года, сложив свои головы на алтарь победы добра над абсолютным злом. Мы помним, что среди почти 27 миллионов советских людей, погибших в той страшной войне, почти 8 тысяч это наши с вами земляки, сыновья и дочери нашей Буйской земли. Вечная им память и вечная слава. К сожалению, идеи фашизма и нацизма в наше современное время опять нашли свое продолжение. И сегодня наши военнослужащие, в том числе и наши буйские ребята, бьются на фронтах специальной военной операции, вновь защищая нашу свободу и независимость. Мы склоняем головы над памятью тех, кто сложил свои головы в этой борьбе. И, конечно же, желаем военной удачи и победы нашим военнослужащим. Желаем, чтобы пример их героических дедов и прадедов вдохновлял их на новые победы. И я желаю всем нам победы и скорейшего мирного неба над нашей Родиной. Дорогие буевляне, я от всей души поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю вам мира, добра, счастья, благополучия, чтобы всегда над нами сияло яркое солнце и мирное голубое небо. С праздником, дорогие друзья, дорогие земляки! Мы отдаем дань памяти народу, нашим отцам, прадедам, дедам, которые сковали эту победу. Их мужество и героизм должны питать нас и сегодня, когда наши вооруженные силы проводят специальную военную операцию на территории Украины. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. Пусть над нашей страной наконец-то воцарит мирное небо. С праздником! С Днем Победы! Ура! Сегодня, несмотря на погодные условия, каждый из вас от мала до велика пришли на это святое место для того, чтобы почтить память подвига, мужества и доблести наших воинов на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, ветеранов, доживших до наших дней, становится все меньше. И все меньше слов мы можем сказать с вами тем, кто стал свидетелями тех страшных событий. Но несмотря на это, сегодня в наше современное время мы можем это выразить разными способами – уважение и признательность. Один из таких знаков сегодня, наверное, на каждом из вас – это георгиевская ленточка. Многие участвовали в различных акциях. За это огромная вам благодарность. Много митингов сегодня проходит на территории всей нашей необъятной страны. И на каждом из них звучат слова
благодарности. Это главное, что мы можем с вами сделать. Благодарить и чтить память подвига наших предков. Каждому из вас мне хочется пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья и семейного благополучия. Будьте счастливы! С праздником! Дорогие буевляне, гости нашего города, сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения, восхищения, благодарности тем, кто прошел эту страшную войну. Огромная армия сражалась на полях сражения, но необходимо было эту армию обеспечить всем необходимым. И здесь, в тылу, в Буйском районе, работали артели, которые выпускали ширпотреб для снабжения наших войск. Лыжи, санки, шили одежду. Работал химзавод, который выпускал щелочь для стирки белья, витамин С, пену для мытья рук. Работали железнодорожники, которые не только обеспечивали перевозку грузов, но также и собирали теплые вещи, деньги на военную технику. То есть я хочу сказать, что люди, которые работали в тылу, они тоже ковали эту победу. И мы хотим сегодня вспомнить их и поблагодарить за их труд. Наше молодое поколение оказалось достойно памяти наших предков, нашего старшего поколения. И они сражаются за правое дело. Победа будет за нами. С праздником вас! После возложения цветов и венков к вечному огню, бюстам буевлян героев Советского Союза и памятнику труженикам тыла, собравшиеся на аллее горожане посмотрели концерт, посвященный Дню Победы, подготовленный Дворцом культуры, а также приняли участие в работе различных площадок. Смогли прикоснуться к найденным поисковиками предметам с полей сражений, послушать их рассказ о поиске и, наконец, по традиции угоститься солдатской кашей из полевой кухни и горячим чаем, что пришлось как нельзя кстати в холодную погоду этого майского дня.
сожалению, 2024 стал первым годом в истории празднования в Буе Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне, когда на аллею не смог прийти никто из участников войны в силу возраста и состояния здоровья. Руководство города и общественность поздравили ветеранов на дому. А на празднике были дети войны, жители блокадного Ленинграда, а также наши бойцы с СВО, находящиеся в отпуске, которые не смогли пропустить такой день и не прийти на митинг. Город Буй традиционно участвует в различных акциях. С водным хором несколько лет назад мы пели легендарную песню «День Победы», а в этом году приняли участие в акции «Вальс Победы». Не подвластно временам сердце старого солдата. Посмотри, как кружит он, снова юный, как когда-то. Вальс Победы. Праздничный концерт любимых буевлянами артистов и коллективов, которые исполнили известные каждому вокальные и танцевальные композиции, завершился песней дня. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Не смыкала наша Родина чей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы.
Дорогие друзья, на этом наша концертная программа подошла к своему концу. Мы желаем вам мира, счастья и добра. С Днем Победы!